Мирида МАЦ 90, алюминиевая рама. В общем, полное ТО велосипеда у нас заключается в том, что вот мы выковыриваем вот эту бяку из заднего переключателя. Потому что все остальное работает, и делать тут больше нечего. Не, на самом деле я поправил передний ротор, есть плавающий тормоз. Все поправил, все настроил, больше не цепляет. Полностью закисли рубашки и тросики на задний переключатель, потому что недостаток конструкции, сюда затекает вода. Вот этот участок ржавеет, я не смог его выдернуть. Клиент приехал с тем, что у него просто он торчит наружу. Соответственно, замена рубашки и тросик, настройка и чистка заднего переключателя, и настройка переднего тормоза, точнее, правка ротора, настраивать ничего не надо. Вот весь полное техническое обслуживание велосипеда, который в очень хорошем состоянии. Если вы спрашиваете, сколько это стоит, ну вот, грубо говоря, 1000 рублей, вот это сделать. А так, может быть, было бы и просто 100 рублей, если бы не закисла рубашка и тросик, просто ротор поправить. И вот количество бяки, это еще не все, сейчас я буду дальше все это выковыривать оттуда, чтобы он работал нормально.